Аппетитного настроения, друзья! Приветствую вас на нашем канале. Особенно приветствую тех, кто зашел к нам впервые. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы останетесь с нами. Сегодня готовим блины. И хотя блинная пора вроде бы уже прошла, я думаю, что каждый хоть раз в неделю дома печет блинчики. Предлагаем вашему вниманию наш рецепт. Он прост и понятен, которым, я надеюсь, вы обязательно воспользуетесь. Да, бывает, происходит на кухне всякое, и яйца падают в муку тоже. Для того, чтобы получились классные, вкусные, ароматные блинчики, смешиваем 400 граммов муки, где-то 700 миллилитров молока. Конечно, в процессе смешивания, возможно, нужно будет добавить теплой кипяченой воды, 3 яйца и 2 столовых ложки сахара. Всегда добавляем в блины ванилин, независимо от того, какие блинчики мы хотим, сладкие или с начинкой из мяса, яйца или лука. Высыпаем упаковку ванилина, солим и еще раз хорошенько перемешиваем. Обязательно пробуйте получившуюся смесь, чтобы определить, сбалансирован ли вкус. Добавляем масло и перемешиваем. Чтобы тесто хорошенько перемешалось и отдохнуло, отправляем его на полчаса в холодильник. Тем временем разогреваем сковородку. Мы традиционно для смазывания используем свиное сало. С помощью него можно сделать сковородку, любую сковородку, антипригарной, даже ту, у которой нет антипригарного покрытия. И еще один интересный лайфхак. Мы наливаем смесь для приготовления блинов в кувшин. Это позволит минимизировать телодвижение в процессе приготовления блинов. Вы просто наливаете из кувшина на сковородку, распределяете равномерно и жарите блин. Никаких капель, никаких поварешек и ложек. Здесь все просто и понятно. Вот печем блинчики теперь. Печем на раскаленной сковородке на температуре, близкой к максимальной, переворачивая и следя за тем, чтобы блины не горели и были того цвета, которого мы хотим. Их можно сделать от золотисто-желтого до такого карамельного, коричневого, зажаристого, в зависимости от того, кто будет кушать. И не забываем смазывать сливочным маслицем. Надеюсь, что вам наш рецепт понравился и вы с удовольствием повторите его. Смотрите другие видео на нашем канале. Желаем вам аппетитного настроения. Пока-пока!